Привет! Рад видеть вас на канале Техноарена. В этом видео я сравню два достаточно интересных смартфона из среднебюджетного сегмента. Первый участник – Realme 10, а тоже зарекомендовавший себя компанией Realme, которая вместе с Oppo и OnePlus входит в холдинг BBK, а второй участник – Tecno Camon 19 Pro. За его производство отвечает ранее малоизвестная компания Tecno, которая не так давно начала активную рекламную кампанию на российском рынке. Ссылки на оба смартфона вы найдете в описании под видео. Воспользуйтесь ими, чтобы узнать актуальную стоимость и уточнить технические характеристики. Ну а я начинаю. В плане внешнего вида устройства очень похожи друг на друга, но с определенными нюансами. При взгляде на лицевую панель становится понятно, что у Tecno Camon 19 Pro меньше рамки экрана. Камера в обоих случаях спрятана под экраном, но у Tecno она располагается по центру верхней части, а у конкурента в левом верхнем углу. На правой боковой грани находятся все кнопки управления, причем в кнопку питания встроен сканер отпечатка пальцев. А на левой грани лоток для сим-карт. В случае с Realme 10 в него можно установить две сим-карты формата Nano и карту памяти одновременно. А у Tecno только две симки, ведь поддержки карт памяти, к сожалению, нет. На нижней боковой грани размещены разъемы USB Type-C для зарядки и передачи данных, а также 3,5 джек для проводных наушников. Ну и еще важное различие на задней стороне устройств. У Realme 10 две сильно выпирающие камеры, у Tecno Camon 19 Pro тоже два кругляшка камер. Но нижний – это не один, а сразу же два модуля, размещенных на круглой платформе. Также отмечу разницу в габаритах. Смартфон от Tecno больше и тяжелее из-за диагонали экрана. Хочешь лучше разбираться в смартфонах и других мобильных гаджетах? В таком случае подписывайся на канал Техноарена и прожимай колокольчик. Оба смартфона получили экран с разрешением Full HD+, и на этом их сходство заканчивается. У Realme достаточно качественная AMOLED-матрица диагонали 6,4 дюйма с высокой яркостью и контрастностью. Смотреть фильмы и сериалы на нем одно удовольствие, а сама оболочка выглядит очень плавно из-за частоты обновления 90 Гц. В Tecno используется не такая качественная IPS-матрица, непривычно большой диагонали 6,8 дюймов. В плане своих характеристик она хуже того, что предлагает конкурент, но у нее есть важное преимущество – частота 120 Гц. Правда, даже в базовых приложениях не всегда есть 120 кадров в секунду из-за недостаточно производительного процессора и не лучшей оптимизации оболочки Android. За экран балл получает смартфон от Realme. А какая диагональ экрана для вас оптимальная? Делитесь своим мнением в комментариях, а я с удовольствием их прочитаю. Tecno Camon 19 Pro вышел летом 2022 года, а Realme 10 в ноябре месяце. Оба смартфона работают на 12-й версии Android с фирменными оболочками. В этом плане Realme UI мне кажется фаворитом. У нее есть некоторые проблемы с оптимизацией, но они далеко не такие существенные, как у конкурента Sage iOS. Пожалуй, прошивка – главный недостаток смартфона бренда Tecno. Лично я наблюдал спонтанные зависания, подглючивания и ряд других проблем, хотя устройство вышло практически полгода назад. Надеюсь, вскоре этот момент будет исправлен. По части программного обеспечения лидером становится Realme 10. Промежуточный счет 1-0 в его пользу. Хотите уточнить стоимость обоих устройств, загляните в описание под видео, там есть все необходимые ссылки. Фотовозможности – важный аспект современных смартфонов. В этом плане Realme 10 и Tecno Camon 19 Pro демонстрируют себя с лучшей стороны. Realme получил основную камеру на 50 мегапикселей с апертурой f/1.8. Она дополнена датчиком глубины для корректной работы портретного режима, а еще имеется электронная стабилизация. Снимки при достаточном освещении получаются очень достойными. Если правильно подобрать момент и кадр, то результат можно не отличить от вдвое более дорогого смартфона. Ну и конечно же при детальном сравнении разница будет заметна. У Tecno основная камера на 64 мегапикселя с апертурой f/1.6. Качество снимков примерно такое же, как у смартфона конкурента. Но возможно, что если производитель доведет до ума приложение камеры в следующих обновлениях, то ситуация изменится в лучшую сторону. Имеется телефотообъектив с двукратным увеличением на 50 мегапикселей, а также датчик глубины. И важное преимущество – оптическая стабилизация видео. Фронтальная камера у Realme на 13 мегапикселей против 32 мегапикселей у конкурента. Несмотря на более чем двукратную разницу в мегапикселях, лично я не заметил каких-либо значимых отличий в качестве селфи-снимков.
По части фотовозможностей я отдаю балл Tecno Camon 19 Pro. Промежуточный счет 1-1. Пока что у нас ничья. Realme 10 вышел позже своего сегодняшнего конкурента, поэтому он получил более современный процессор MediaTek Helio G99, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу против 12-нанометрового MediaTek Helio G96 у Tecno Camon 19 Pro. Разница в производительности незначительная, но все же она есть. Ну и еще есть разница в энергоэффективности. По части памяти у Realme больше модификаций – 4, 6 и 8 ГБ оперативки на выбор, а постоянные – 64, 128 или 256 ГБ. У Tecno всегда 8 ГБ оперативной памяти, а хранилище на 256 ГБ, но при этом смартфон не поддерживает установку карты памяти. По части производительности балл получает Realme 10, промежуточный счет 2-1. В плане коммуникации единственное отличие – версия Bluetooth. Смартфон от Realme поддерживает Bluetooth 5.3 против 5.1 у конкурента. В основном они имеют идентичные характеристики – модуль NFC для бесконтактной оплаты, возможность подключения проводных наушников через 3,5-мм разъем и USB Type-C для зарядки. Но балл за такое малозначительное отличие я дать не могу. Оба смартфона получили аккумуляторы на 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Но у Realme 10 на несколько часов выше время автономной работы из-за более энергоэффективного процессора, меньшей диагонали экрана и лучшей оптимизации прошивки. Даже в самых активных сценариях использования его должно хватить на целый день. А вот Tecno Camon 19 Pro к вечеру может разрядиться в ноль. В своих отзывах про Realme 10 пользователи отмечали ряд недостатков. В частности, многим не нравилось отсутствие дополнительных модулей камеры по типу широкого угла или хотя бы телефотообъектива, малый объем памяти в младшей версии, а также были некоторые нарекания по поводу работы Realme UI. Из позитивных моментов хотелось бы отметить сбалансированные характеристики за свою цену, хорошую автономность и поддержку быстрой зарядки, а также качественную сборку. А теперь про Tecno Camon 19 Pro. Владельцам не очень нравится стабильность работы фирменной оболочки HiOS, автономность и отсутствие слота для установки карты памяти. Из явных преимуществ люди выделяли 120-герцовую матрицу экрана с большой диагональю и хорошие фотовозможности, в частности основную камеру и телефотообъектив. Итоговый счет сравнения 2-1. А значит, победителем становится смартфон от компании Realme. Свои победные очки он заработал за счет лучшего качества экрана и меньшего количества проблем с оптимизацией. Но при этом я не могу сказать, что во всех ситуациях имеет смысл покупать именно его. Если вам нужен большой экран, то смартфон Tecno станет удачным выбором. Ссылки на оба устройства в проверенных магазинах с лучшими ценами вы найдете в описании под видео. Прожимайте лайк, если сравнение было для вас полезным. Пишите своего фаворита в комментариях. Подписывайтесь на канал Tecno Arena и прожимайте колокольчик. Огромное вам спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся совсем скоро.